Перекрытие дороги на участке улицы Комсомольской у брестских водителей, возможно, вызывает некоторое недовольство, но у жителей близлежащих домов наоборот. Замены канализационных сетей они ждали давно, поскольку и вода не соответствовала качеству, и прорывы случались часто. Это неудивительно, ведь вся система была проложена еще в 30-е годы 20 века. С того момента участок не подвергался капитальному ремонту, пришло время исправлять ситуацию. В ходе реализации проекта будет выполнена замена участка сети самотечного канализационного коллектора диаметром 250 мм. По улице Комсомольская, от улицы Орджоникидзе до улицы Гоголя. Также будут захвачены участки по улице Маяковского, от улицы Советской до Карла Маркса, и улица Пушкинская, от Советской до Ленина. В ходе выполнения работ будет выполнена замена участка методом релайнинга. Это современный метод, в ходе которого будет выполнено протаскивание новой трубы полиэтилена уже в существующую канализационную сеть диаметром 250 мм из керамических труб. Замена канализационных сетей новым способом вскрытия асфальта определенными участками позволит не нарушать уже существующее благоустройство. Протяженность перекладываемого участка составит 1500 метров. Работы специалистам Брест-водоканала предстоит много, но они уже имеют хороший опыт в подобных проектах, да и всей необходимой техникой обеспечены. В первую очередь мы промываем сети. Дальше делаем телеинспекцию. Трубы старые, технологии еще были старые, сделаны с помощью тройников. Определяем, где тройники, дополнительно раскапываем котлованы, устанавливаем колодцы. В основном копается один большой котлован, с него происходит санация труб в обе стороны. В данном участке произойдет ремонт трубы, затолкается, произведется ремонт колодцев, это все уплотнится. Передаться участок благоустройству, сделать благоустройство, и этот участок откроет. Чтобы качественно и оперативно выполнить ремонтные работы, специалисты Брест-водоканала будут трудиться по 12 часов. И если погодные условия будут благоприятствовать, то, возможно, завершится ремонт раньше предполагаемого срока, то есть раньше 29 августа.